Привет, друзья! Начинаем наш жим от груди с весом 70 кг на повторы. То есть 50 штанг нужно сделать. Я снизил в повторах вес до 70-72,5 кг. То есть сейчас делаю 70, в следующий раз буду делать 72,5. 2,5 снизил, потому что 75 не идет, не заходит, не могу сделать 75. Вот, поэтому делать буду 70-72,5. Ну что ж, первый подход у нас разминка. 5 раз с весом 50 килограмм. Наблюдаем себя в отражении вверху. Прикольно. Итак, вес 70 килограмм, не намного больше, чем разминочный. Будем работать 8-10 раз. Для тариф молодец 10, тариф красавчик 8, тариф лузер 7. Красавчик, полумолодец. Второй подход с весом 70 на повторы. Жим от груди. Третий подход с весом 70, жим от груди. Итого 27 за кормой. Четвертый подход с весом 70, жим от груди. Пробуем сделать еще на 9 раз. Итак, у нас пятый подход с весом 70. Достаточно сделать 2 по 7. Пятый по 7 и шестой по 7, и будет 50 штанг.
поднял грудь повыше, чтобы не же опускать. 7. Так, друзья, мой финальный подход с весом 70 надо сделать всего лишь 7 раз. Как говорится, один раз не дикобраз, а 7 раз. Как раз. Так, ладно. Finita la comédie.